Служыць радзіме гэта прэстыжна. Статыстыка уступнай кампаніі штогод пацверджвае гэта. Конкурс у спецыялізаваны ліцэй Міністэрства ўнутраных спраў, што знаходзіцца ў Мінску, каля 3 чалавек на месца. Паступаць туды едуць з усёй Беларусі, даць большай колькасці маладых людзей магчымасць ажыццявіць сваю мару, надзець пагоны. Гэта пытанне цяпер абмяркоўваецца на вышэйшым узроўні. Магчыма, аналагічная ўстанова адукацыі з'явіцца ў адным з рэгіёнаў Беларусі. Дмитрий Акинко – першокурсник Могилевского института Министерства внутренних справ, а у минулым – выпускник специализованного лицея. Признается, в опыт навучания у лицея оказался корыстным у высшейшей навучальной установе. Адаптация прошла худко и без стрессу. В лицее практически те же условия, то есть подъем, зарядка, завтрак, сборы, развод на занятия, потом чуть-чуть свободного времени. Самоподготовка, потом опять свободное время и отбой. В принципе, распорядок один и тот же. Дмитрий, дарэчы, сам с Круглянского района, и калі шукал профильную установу для навучания, пришлось ехать у столицу. А лишь после закончения вернулся на малую родиму, каб вучиться и працевать тут. Я сейчас хочу отучиться в Могилевском институте и пойти работать в свое Круглянское РОВД. На инспектора по делам несовершеннолетних. Керавництва института отзначая, добрая частка их навученцев как раз с кадетского училища и лицея МУС. При том, что сами молодые люди родом с Могилевщины, тому вариант открытия лицея менавіта у нас так само мае право на реализацию. У Могилеве створена годная база для навучания, квалификованные выкладчики и, что немаловажно, есть пераемность поколений. Если мы будем брать 7 класса, мы ни в коем случае конкуренцию не создадим. Но мы для своей системы целенаправленно будем, как я изначально сказал, именно в систему МВД, чтобы они более качественно адаптировались. Ну, представьте, если где-то рядом будет с институтом колледж, они будут видеть традиции наши, где-то соревнования, где-то параллельно на зарядку ходить, на всяких кружках, будем говорить одним словом. Они будут видеть, чем мы живем, правильно? И более к этому готовы. Если он заканчивает наши или институт, или академию, он попадает в другое социальное общество. Он с разными людьми приходится ему сталкиваться. Ему надо раскрывать преступления, профилактировать, правда? Теперь идут обмеркования на конт створения еще одного лицея Министерства внутренних справ. Жыхары Беларуси так само могут долучиться до голосования на сайте Министерства. Кристина Кранкевич, Виталь Алексеенко. Новина региона.